Дубль 8. Едем мы в Супруновку. Наш дубльный штурм. Супрунов. Хорошо, едем мы в Супрунов. Но походу едем мы через Киев в Супрунов. Немножко крюк мы сделали, заблудились. Но судя по навигации, часиков через 4 мы будем на месте. Колонна минус 2 машины, минус 2 шавы. Осталось нормальные Нивы, старые. Все, все потянулись, можем стартовать. Та не ссы, блядь! Уже можно боковой задом туда садить? Не, там хрил. Можно сделать хорошо. Не скоро, можно делать. Не, ну ледовки не цепить. Помыть. Давай потом натяни вот это путем. Отлази. Ну что там не делаешь? Ладно, ладно. Давай, пошел! Серый, его подальше его туда, подальше, чтобы он кайфанул, чтобы он знал, что... Твердо. Пофиг, пусть утопится. А там твердо. Пусть знает, что такое оффроуд. Чао, слышишь, Серый? Номерные знаки, давай. Опа, готов. А там куда? Ну, все равно... Красава. Не, ну человеку первый раз, для первого раза ему это... Обычно. А вот назад было бы прикольнее. Давай, Тимофей. Впереди он установлен. Он назад. Бессмертные. Стоп. Yeah.
Дай, Боря, ну. Реально несподянка. Ёб, а дай, дай, ну, слабо, блядь, как слабо, блядь, а? Газу давай, блядь. Хай живе хто з ким хоче. Офроуд мастер Вадим Іслан веде братву, бляха. В болото, бляха. А если по правді? А если по правді, все супер, газуємо далі. Немножко потерялись, да? Ні. Ви з нами? Да. Of course. Yes.